39-й. Сейчас, минуточку. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Кататься на коньках любят и взрослые, и дети. Этот зимний вид спорта не только поддерживает хорошую физическую форму, но и заряжает положительными эмоциями. Из-за погоды каток не так давно стал работать. С 9 числа он возобновил работу. Он работал буквально перед Новым годом, но морозы были сильные. А потом была оттепель. Каток не работал при плюсовой температуре. И возобновил работу 9 числа. На стадионе «Авангард» каток заливают ежегодно. Новаторы могут прийти сюда как со своими коньками, так и без них. Существует услуга для населения – это прокат коньков, которая работает во время с 9:30 первой выдачи коньков, и последняя выдача коньков в 19:30 заканчивается. То есть еще час на катание, значит, до 8:30 вот сдаются конечки. Коньки... Размер существует с 34 по 45. Кто желает, пожалуйста, пусть приходит. Мы выдаем коньки на прокат. Час стоит 50 рублей. Час проката. Какие документы нужно с собой приносить? Обязательно нужно. Какие? Паспорт. На основании паспорта или залога. Вот. Денежного залога. На который потом в дальнейшем хотя бы можно было, если унесут, приобрести коньки. Коньки любят многие, но большинство из них, конечно, дети. Эта зимняя забава – одно из любимых их увлечений. Мне нравится кататься на коньках. Я здесь делаю всякие трюки, учусь кататься. Это мне нравится, очень интересно кататься. Я недавно катаюсь, но надо почаще заниматься. Укрепляет здоровый образ жизни. Готовый и расчищенный лед – это не просто результат погодных условий, но и чей-то труд. А как происходит залитие катка? Каток мы заливаем ночью, чтобы был побольше мороз и поменьше народу ходило вокруг, мешало. Ну и к утру он замерзает. Каток на стадионе «Авангард» работает с 9 до 22 часов. Все новаторы могут прийти сюда и получить отличное настроение на весь день, а также укрепить свое здоровье. Приглашаем жителей нашего города на каток стадиона «Авангард». Будем рады всем желающим посетить наш каток.